Против вмешательства России и авиаударов ВВС страны по сирийской территории выступили и жители Арабской республики. В Алеппо прошла демонстрация, главное требование которой сводилось к прекращению авианалетов. Участники шествия заявили, что самолеты России атакуют не позиции террористической группировки ИГИЛ, а мирные объекты и склады оппозиционной Башар-Асаду свободной сирийской армии. Вооруженная оппозиция Сирии, которая ведет борьбу против официального Дамаска, призвала соседние арабские государства сформировать коалицию против России. Российско-иранского альянса. Напомню, в настоящий момент антиправительственные силы в Сирии поддерживаются Саудовской Аравией, Турцией и Катаром.